Привет, Иришка. Я тебе написала, кстати. Так, что читаем? Юля еще хотела прийти. Как дела? А вот это, бизоны, у них тоже два желудка? Они тоже все время жуют? Я досмотрела, да. Я, короче, хотела выйти в эфир и залипла в твои сторис. И смотрю такая, что короче, я на моменте, где он уронил этот штучкоп, который чесался. Ой, что-то ты исчезла. Так, где все кукусятки? У меня сегодня потрясающая футболка. Кто не знает, это Нью-Йорк Полис Департамент. Департамент полиции Нью-Йорка. А вот у меня еще есть такая-то. А, она не будет здесь. Я, короче, задаю себе вопросики, отвечаю. Ну, окей, поехали читать книжки. Так. Это мы прочитали, поехали дальше. Гибель Лаокоона и его сыновей. Чего они умирают, неизвестно. Вот, значит, они. Пока не знаю, что здесь за тайна. Хотя могу подглядеть. Фрагмент с головой. Непонятно. Ладно, поехали. Римский ученый Плиний Старший стал писать, что это произведение должно быть предпочтено всем другим произведениям. Шедевр античной культуры притягивает взгляд, приобщая нас к страданиям Лаокона. Взгляд приковывает орудие убийства, змеи, мертвой хваткой обвившие Лаокона и его сыновей. Эта древняя скульптура была найдена в Риме весной 1506 года. Микеланджело, недавно прибывшего в город для работы над гробницей римского папы Юлия II, неожиданно позвали к яме рядом с Колизеем, где были обнаружены мраморные фрагменты. Помогая руководить раскопками, Микеланджело быстро догадался, что на поверхность медленно выходит самое легендарное произведение античности. Микеланджело раскапывал вот эту вот. Про которое в первом веке римский писатель ученый Плиний Старший говорил, что оно должно быть предпочтено всем другим произведениям живописи, искусства и скульптуры в меди. А точно дать создание Лаокона и его сыновей спорят со времен Микеланджело. Романтический поэт Уильям Блейк утверждал даже, что это грубая копия утерянной древней еврейской скульптуры, изображающей Иегову и его сыновей. Юль, привет. Кто? Юля пришла, Ира куда делась, у меня непонятно. В общем, сегодня рассматриваем вот это. Смотри, зайчик. Эту скульптуру раскапывал Микеланджело. Чтобы мы понимали. Это 27-68 год до нашей эры, то есть очень, очень старая. Так, где мой потрясающий фильтр? Сейчас стану красивой опять. Так, оп, румяшки. Так, сейчас мы скоро узнаем, где тут зарыта загадка. А где Ира, я не поняла. Ладно. Сегодня историки полагают, что скульптура была, по всей видимости, создана при жизни Плиния в период 30-го до нашей эры по 70-е года нашей эры и стояла во дворце римского императора Тита. Статуя, которая, по словам Плиния, была делом рук величайших скульпторов с Родоса Агесандра, Полидора и Афинадора, изображает сильнейшие муки истязаемых героев греческой мифологии, троянского провидца Лаокона и двух его сыновей, которые пытаются освободиться от смертельных объятий морских змеев. Да, очень красивый мрамор. 2 метра, кстати, в высоту. Представляешь, если вот 27-й год до нашей эры, как это вот вообще сделали?
Ладно. Ты пока я тут это рассказываю, как у тебя дела, что у тебя нового там, помимо ногтей, что ты там еще делаешь? Согласно Вергилию, Лакон начал подозревать, что в огромном деревянном коне Дария Одиссея могут скрываться как греческие солдаты, намеревающиеся хитростью проникнуть в Трою. Чтобы покарать Лакона за неблагодарность, Посейдона и Афина, формально конь был приношением этой богини, послали двух морских чудовищ замучить жреца и его сыновей. Древний скульптор заставил время замереть на последних мгновениях казни. Скользкие объятия вот-вот сожмутся в удушающей хватке, а один из огромных змей сомкнет зубы на теле Лакона. Я вижу вот этого змея, который... Хотя змеи вроде обычные на самом деле. Привет, 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 моя хорошая. Вот этот, который его кусает. 2 метра. Ну вот это отсюда до сюда 2 метра, так что она как бы, они в человеческий рост. Привет, Олечка. Сейчас мы узнаем скоро, что же здесь такого интересного. Где Ира? Непонятно. Так, некоторые скульптуры как так будоражили воображение... Немногие скульптуры так будоражили воображение критиков. Неугасающее восхищение этим произведением не в последней степени связано с головоломкой, которая она стала для исследователей, отчаянно пытающихся выделить основную эмоцию в биении неподвижного каменного пульса. Для некоторых, например, археолога и историка 18 века Иоганна Винкельмана, господи, ну фамилии, привет, привет. Скульптура была воплощением стоического героизма. С его точки зрения, Лаокон принимает нападение змей как философски и мужественно. Для других, например, эрудита 18 века Готтхольда Лессинга, это Лессинг, что такое знакомое, я где-то про него уже слышала. Это произведение воплощает скорее скрытый гнев истязаемых людей. Такая разная реакция ученых-современников Винкельмана и Лессинга свидетельствует о глубинной неоднозначности скульптуры. Ключом к разгадке эмоций Лаокона является расположение морщин, прорезающих его лоб. В 1862 году французский ученый Гойем Дюшен написал авторитетный трактат «Механизм человеческой физиогномики». В нем он задается вопросом, достоверно ли изображен Лаокон с точки зрения неврологии, и отмечает в частности, что расположение бровей троянца не согласуется с расположением мышц, которые морщат его лоб. То, что наклон бровей и морщины на лбу Лаокона выражают одновременно агонию и стойкость Дюшена, вслед за ним и Чарльз Дарвин, считал изъяном. Тем не менее, вероятно, именно это столкновение эмоций с тысячелетиями вызывает у зрителя подсознательную реакцию. Поняли? Все хорошо. Учу астрологию, рисую, езжу за продуктами. Давай нам картинки показывай, что ты рисуешь-то. Показывай, выкладывай. Хотя бы мне отправляй. Смотрите, эмоция. Брови у него не подходят к морщинкам на лице. Ну, то есть, короче, если мы вот так поднимаем, как там домиком делать. Я так не умею даже делать. Типа, я страдаю и одновременно вот так злюсь. Видите? Ту-ру-ту-ту-ту. Но откуда люди тогда знали про физиогномику? Ниоткуда. В 27-м году до нашей эры. Так, я считаю, сам я, это в смысле автор, сам я считаю, что непредсказуемые изгибы змеиных тел и странные складки на лбу Лаокона отражаются друг в друге, будто расходящиеся в разных направлениях, внутрь и наружу, волны страдания. Наша зачарованность порывами его души неотделима от сосредоточенности на физических муках, терзающих его тело. Наши глаза скользят по извивающимся телам змей и ужасающим изгибам мышц самого троянца. И все это складывается в единое впечатление. Взгляд неизбежно перемещается от страданий на лица героев к неумолимым змеям, коварно опутавшим ноги своих жертв и по беспомощно застывшим в воздухе мускулистым рукам. Наконец он достигает расслабленных пальцев Лаокона и в нескольких сантиметрах еще от несомкнувшихся челюстей. И вот мы уже сами не можем вырваться из этих пут, вовлекших нас в вечные муки, свидетелями которых мы стали. Так, а тут вот есть еще одна картина к этому же делу. Это скульптура. Помните про это звонок в дверь и какашки?
В общем, спустя 20 тысячелетий после своего создания «Змеи Лаокона» продолжают извиваться воображение новых поколений художников. Британскому скульптору Ричарду Дикона в его абстрактном произведении, вдохновленном классическим шедевром, удалось уловить созвучие внутренних терзаний и внешней формы. Короче, это 4 метра, кстати, скульптуры, если что. Вот это огромное. Привет, Лёшик! Вот. Лёш, тебе все говорят, что ты похож на Движного, да? Я просто смотрю иногда и думаю, это же Лёша. Вот. Все, рассказала. Все, на сегодня все. Завтра будет колонна. Чё у меня? Напиши мне. Чё у меня? Онлайн-уроки, да. А, нет, это мы читаем книжку. Я просто читаю книжку, что скрывают шедевры, и делаю это в прямом эфире. Вот так по типа 10 минут, 15 минут рассказываю про какую-нибудь, ну, про какую-нибудь загадочку. Вот, очень прикольно. Ладно, я побежала дальше. У меня еще сегодня моя арт-терапия вечная. Мне кажется, уже никогда не закончится. Сейчас у меня, знаете, что новое? Телеска. Типа телесная терапия. Все. Люблю, обнимаю.